Сегодня на Дорода всеми любимый 100 слоев еда челлендж. Но вы не думайте, что вся еда будет вкусной. Иногда нашим героям попадается та еще гадость. А, это еще что за куча? Я не хочу есть только чеснока. Мэри, нам с тобой очень не повезло. Чего? У меня тоже чеснок. Он такой гадкий. Блин, меня от него вырвет. Ха-ха, девчонки, я вам не завидую. А вот мне повезло, смотрите, какая у меня красотища. Всего один чесночок, такой я быстро съесть могу. Ты еще и издеваешься? Тогда ешь первый свой чеснок. Да легко, только сначала нужно очистить его от лишней шелухи. Для этого мне нужны лишь мои сильные ручки. Ого, да ты и правда очень сильная, респект. Вот именно, а теперь смотрите, как я буду его есть. И даже не поморщусь, смотрите и учитесь. Ой, фу. Какая гадость. Это просто отвратительно. Теперь от меня будет вонять. Я это больше в рот не возьму. Нет, еще как возьмешь. Тем более у меня есть идея. Смотри, это чеснокодавилка. Очень удобная штука. Давай, Челси, открывай рот. Сейчас тебя ждет чесночная трапеза. Так, сейчас все положим. Давай, открывай. Нет, я не буду. Так, открывай рот, Челси. Вот. Ты готова! Это просто отвратительно. Я никогда не пробовала ничего хуже. Что-то мне совсем плохо. Да, и нам тоже. Слишком воняет этот чеснок. Тебе бы жвачку пожевать. Точно, у меня как раз есть парочка, на. О, круто! Спасибо, ты меня очень выручила. Вот и все, запах вроде пропал. Да, пахнет вкусно. Я рада, что помогла тебе. Теперь пришла моя очередь есть чеснок. Но зачем есть такую красоту? У меня есть идея получше. Смотрите-ка, теперь это не чеснок, а самое настоящее украшение. Между прочим, очень красивое. Ты нам зубы не заговаривай, давай ешь. Сколько бы ты с ним ни тряслась, все равно тебе придется его есть. Так что давай, делай это быстро. Ой, какие вы скучные. Раз вы так требуете, то я, конечно, его съем. Но немного по-другому, у меня появилась отличная идея. Так, для этого мне понадобится всего лишь обычный стаканчик. Теперь этот стакан поможет мне избавиться от шелухи. Нужно всего лишь потрясти стакан, вот так, и готово. Вот теперь такой чеснок, и есть не очень страшно. Ну-ка, погнали! Ой, вот ведь мерзость. Он даже без кожуры гадкий. Фу, ну и навоняла ты по всей комнате. Не страшно, я знаю, что с этим делать. Это освежитель воздуха, он нас спасет. О, и правда сработало, вот только Мэри все еще воняет. Чувствуешь? Да, воняет. Да, уж у нее во рту будто мусорное ведро. Но ничего страшного, освежитель и с этим должен справиться. И снова сработало, класс! О, точно, да! Правда, на вкус этот освежитель еще хуже чеснока. Чего не сделаешь ради вкусного запаха. Лили, теперь твоя очередь. Да? Вы уверены, что я должна? Видимо, да. Ну, попробуем. Смотри, какая гадость, она ест весь чеснок сразу. Это же просто невозможно. Нет ничего невозможного. Я не могу на это смотреть. Вставай. Она уже почти все доела. Да, я закончила. Это был настоящий ад. Кажется, сейчас ад ждет и вас. А, фу! Мы срочно должны закрыть источник мерзкого запаха. Точно. Аквариум. Нет, выпустите меня, прошу. Я задыхаюсь. Пару минут полежит и очнется, а мы наконец-то можем расслабиться. А у меня только одна баночка колы. Зато у меня их гораздо больше. Смотрите, они все даже в кадр не помещаются. У тебя больше? Не смеши. Ты вообще видела мою башню из банок колы? Завидуй молча, девочка. Да уж, Лили, конечно, не повезло тебе больше всех. Ну и что? Зато я могу первой выпить эту банку. Вкуснотища, осталось только с банкой разобраться. Готово, одним ударом. Круто. Но вообще-то гораздо круче, что пришла моя очередь пить колу. Для начала нужно открыть все баночки. Да уж, открываешь ты долго. Но так весело.
Просто я хочу насладиться моментом открытия такой кучи банок. Но можете не переживать, выпью все я довольно быстро, потому что у меня есть огромная трубочка с целой кучей концов. Это, кстати, мое собственное изобретение. Вот, посмотрите. Какая вкуснотища! Просто прелесть! Вот и все, и секунды не прошло. Вот это заряд! Гадость какая! Да ладно, тебе не злись, лучше пей свою колу. Точно, вот это действительно круто. Так, что-то я не поняла, что в башне кола делает банка Пепси? Ей там не место. Эй, ты что творишь? Нас эта куча чуть не убила. Да я же не специально. Ладно, девочки, сейчас не время злиться. Самое время наслаждаться вкусом этой невероятной колы. Живот у тебя бесконечный, конечно. Как только в нем помещается столько газировки. Да я и сама не знаю, но что-то явно просится наружу. Ого! Да я просто сработала как настоящий вентилятор. Круто! Мне понравилось. Так, гранаты я очень люблю. Особенно, когда их так много. Раз, два, три, в общем, много. А у меня всего один. Это несправедливо. Вы видели мою кучу гранатов? Да я за всю жизнь столько не съем. Так как у меня гранат всего один, я, пожалуй, первый буду его есть. Для начала нужно его разрезать. Только нас не трогай. Не переживайте, он мне нужен только для того, чтобы разрубить гранат. Теперь осталось придумать, как оттуда достать все эти зернышки. Что-то не получается. А, придумала. Нужен обычный пинцет. Попробуем. Так. Надо же, как вкусно. А еще руки не пачкаются. Слушайте, да, пинцет это просто идеальный вариант. Нужно вытащить каждое зернышко. Давай быстрее, смотреть на это очень скучно. Ну, вам скучно, а мне очень весело. Особенно, когда я представляю, как буду это есть. Это невыносимо. Да ладно, не ругайтесь, я уже все. Теперь осталось только съесть все эти вкусные зернышки. А, роскошно. Мэри, теперь твой черед. Как же вкусно. Ура, наконец-то. А как открывать гранат? Он такой тугой. Или просто ты очень слабая. Вот и неправда, ничего я не слабая. Я все эти гранаты голыми руками открыть могу. Ничего себе, вот это сила. Выглядишь ты, правда, довольно жутко. Зато вы даже не представляете, как мне вкусно. Просто волшебно. Ай, больно же. Ничего, потерпишь. Видела бы ты свои зубы, они такие же красные, как сам гранат. Хватит смеяться, лучше ешь. Точно, у меня же есть еще целая куча гранатов. Лили, дай-ка мне эту штуку, срочно. Какую штуку? Ну, Лили, не глупи, нож, мне нужен нож. Ну, ты бы сразу так и сказала, вот, держи. Спасибо, теперь я могу резать гранат. Почему ты режешь так странно гранат? Это же неудобно. Я знала, что вам захочется узнать, почему я режу именно так. Все из-за прибора, который я нашла недавно. Смотрите, какая громадина, а? Ого! На него нужно положить гранат, а вниз поставить стакан. Тогда можно получить вкусный гранатовый сок. У меня гранатов много, так что на стакан сока точно хватит. Я уверена, что это будет просто невероятно вкусно. Ты потратила столько гранатов на один стакан сока? Зато какого сока? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Очень вкусно. Ой, и очень кисло. Фу, но, как ни странно, мне такой нравится. Сейчас я за один раз выпью весь этот стакан, смотрите. Да ты сумасшедшая. Ничего подобного. Это просто очень вкусно и очень полезно. Начинаем. Мимо
может быть! Это же новый айфон! А вот это совсем не похоже на современный гаджет. Какой знакомый запах. Это же шоколад! Приятного аппетита! А я пока изучу свой новенький айфон. Алло? Почему ничего не слышно? Не хочу тебя расстраивать, но он тоже шоколадный. Смотри, как вкусно. Не могу оторваться. Ты и так уже все съела. Где же наша еда? Похоже, нет только моей порции. Хорошо, что моя на месте. Этот твикс выглядит так аппетитно. Какой хрустящий. Я тоже не планирую оставаться голодной. Челси, дай конфетку. Спасибо. Сейчас я сделаю из нее нечто большое. Это совсем другое дело. Как много шоколада! Челси, тебе чего? Поделись? Нет. Вот жадина. Ничего, сейчас я тебя проучу. What? Пока, подружка. Теперь весь батончик мой. Ничего себе! Шоколадный початок. What? Попкорн выглядит намного круче. Невозможно остановиться. Жаль, что он достался не мне. Что ж, съем свою кукурузу. Вполне неплохо. Ну вот, осталась только кочерыжка. Есть идея. Я знаю, чем подкрепиться. Посажу это зернышко в горшок. И как следует полью. Ого! Ты вырастила новую кукурузу! У меня получится не хуже. Оставлю это здесь и полью. Землетрясение! Мои хлопья выглядят совсем не аппетитно. А мои просто шедевр! Обожаю шоколадные чипсы! Они тают во рту. Могла бы не хвастаться. Надеюсь, вкус этих хлопьев не подведет. Вполне ничего. Ого! Золотая цепочка! Нужно ее примерить. У меня в тарелке тоже что-то есть. Жалкая подделка. Сейчас я приведу ее в должный вид. По-моему, мне идет. Какой маленький бургер! Не то, что твой, Эмма. Придется довольствоваться тем, что есть. Не знаю, как и подступиться к такому огромному бургеру. Я бы хотела попробовать. Но знала, что услышу отказ. Похоже, мне вновь нужна волшебная палочка. Я не хочу такой крохотный бургер. Ого, как же я не заметила сладкую картошку фри. Вкуснятина. Ментос мне нравится меньше колы. Извини, но она моя. Какой странный цвет.
Да это же жидкий шоколад! Может, мой Ментос тоже необычный? Похоже на шоколад. Точно! Вот бы сочетать его с колой. Я знала, что ты, как всегда, откажешь. Тогда приготовься получить сюрприз от меня. Это возмутительно! Обожаю эти пористые конфеты. Они выглядят привлекательнее, чем мой сладкий завтрак. Уверена, их вкус ни с чем не сравнится. Тут всего несколько шариков. И выглядят они как кошачий корм. Последний. Как жаль. Угости меня, Эмма. Я устала говорить «нет». Что ты наделала? У меня не было выхода. Это и правда вкусно. Класс. Красивые бусы. А у меня целое колье. Интуиция подсказывает мне, что это шоколад. Я угадала. Надеюсь, мне тоже повезет. Как больно! Это настоящее колье! Значит, внутри драгоценные камни. Ого! Жемчуг! Это лучше шоколада. Рано радуешься, Эмма. Посмотрим, что ты будешь делать теперь. Почему мое колье порвалось? Я не знаю. Это худшее, чего можно было ожидать. Вижу, тебе сегодня не везет. Только посмотри, какая спелая клубника мне досталась. Она будет идеально сочетаться с шоколадом. Божественно. Может, шоколад улучшит вкус моего лука? Нет, это очень горько и противно. Я не собираюсь страдать одна. Давай, Эмма, дыши полной грудью. Мои глаза слезятся, я ничего не вижу. Отлично, значит, ты не заметишь пропажу. Верни это на место, Челси. Иначе сейчас получишь. Опять лук? Откуда он взялся? Приятного аппетита! Какое шоколадное лакомство запомнилось тебе больше всего? Расскажи в комментариях. И мы обязательно используем его вновь в своих роликах. А пока, пока!